В Минском зоопарке пополнение пары крокодиловых кайманов принесла первое потомство. Три маленьких аллигатора находятся в отдельном акватериуме и питаются сверчками. Пока размер рептилий не превышает 25 сантиметров, вес 50 граммов. Для сравнения, взрослые аллигаторы вырастают до 2,5 метров весом до 50 килограммов. Не раньше, чем через год новорожденных переселят в экспозиционные вольеры. У нас произошло радостное событие. У нас вылупились крокодильчики, две девочки, один мальчик. Им сейчас почти 3 недели. Содержатся они у нас в условиях, приближенных к естественным. Живут они отдельно, конечно. К самке и самцу помещать их нельзя, потому что они по размеру очень маленькие. Им надо определенные условия для жизни и содержания, чтобы они нормально развивались. В семействе рептилий Минского зоопарка не одно пополнение. 5 детенышей родились у обыкновенных удавов.